Доброе утро всем любителям карповой ловли. Мы рады вас приветствовать на спортивном водоеме Украинка. Через несколько минут прозвучит старт. Откроется новый турнир «Золотая осень 2013». Команды на водоем прибыли вчера. Старт решили сделать ранним, в 7 часов утра. Поэтому в 6 уже все команды промыкнулись. Всем желаем не хвоста, ни чешуи к водяному. В 7 часов взял старт турнир по спортивной ловле карпа «Золотая осень 2013», который проводится на водоеме Украинка. Практически с первых минут команда «Маг» достала небольшого амурчика весом около 4 кг. И по прошествии еще нескольких минут практически дуплетом сработали еще два удилища. Еще один амурчик и коробчонок примерно одинакового веса около 4 кг записались в активы этой команды. В этом секторе мы первый раз, и для нас самих стало неожиданностью такой резвый старт. У нас в течение 15 минут произошло три поклевки, три удилища уехало сразу. Все три рыбы мы взяли, хорошо, конечно, но потом сразу же утихло. Все, приятная неожиданность, постараемся его дальше поддержать, этот сектор. После этого взяли еще две рыбки, вот, но уже с трудом, нет такого количества поклевок. Как я и говорил, что соседи у нас очень добрые. Они, мало того, что они нам сказали, что мы будем ловить сегодня только, завтра уже навряд ли. Вот, они еще вываживают в нашем секторе. Вообще уже. Да, пользуются со всех сторон уже нас. Не оправдал ожиданий со старта и сектор номер один, в котором расположилась команда «Остров Крым». Их первая поклевка произошла примерно где-то через час после начала соревнований. Затем в течение полутора часов у них было еще несколько поклевок, большинство из них были реализованы. В это же время в другом конце зоны, в 8-м секторе, команда «Карп Лендви» взвешивала карпа весом за 12 кг. На данный момент это самая большая рыба. Довольно непродолжительное время после старта пришло ждать поклевки и команде с карпы. Пусть это была не самая быстрая поклевка, но, как показали последние взвешивания, они стабильно начали доставать рыбу. То есть на данный момент я предполагаю, что эта команда находится в лидерах. Рыба у них такая около десятки, 9 килограмм, ну, плюс-минус. Команда «Форсаж». Команда «Форсаж» дала на взвешивание всего одну рыбу, но по уверениям членов этой команды, это ни о чем не говорит, и рывка они уже могут ожидать практически сегодня к вечеру. Пятый сектор. В пятом секторе тоже с самого начала не было поклевок, но где-то часов после 11 они раскачали свой сектор и методично начали парковать довольно неплохих экземплярчиков. Харьковская команда «Тунец» из 6-го сектора. Рыбы пока ни одной нет. Команда «Трофей» 7-го сектора тоже пока находится без рыбы. Было несколько контактов, но реализации пока ноль. И вот буквально сейчас, когда мы записываем этот комментарий, мы видим, что команда «Трофей» все-таки первую рыбу взяла.
Будем следить за дальнейшими выступлениями наших спортсменов. Ждем следующего выпуска.